Скажите, планируется, будет ли в Казани музей Газиз Байдуллина? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Дело все в том, что сегодня эта тема увековечения имени Газиза Купайдуллина, обсуждалась в ходе конференции. Вот в том выступлении, которое было представлено Салимовым, заместителем руководителя Института истории имени Салиховым, извините, Радик Салимовичем, значит, заместителем директора Института истории имени Шагабуддина Маржани, как раз говорилось о том, что у нас очень большое количество объектов, связанных с именем Газиза Купайдуллина и его семьи, членов его семьи, но, к сожалению, они фактически никак не увековечены в Казани. Я не думаю, что здесь речь идет о создании, может быть, ну, музея, но я думаю, что мы будем думать. Во-первых, у нас есть очень интересные документы, которые переданы, и они представлены в рамках выставки, которая была организована сегодня перед конференцией. Есть очень интересная коллекция документов, которая была передана в свое время Национальному культурному центру Казань. И в НКЦ Казани, в музее истории Казани, музей Казани, музей тысячелетия Казани, правильно так сказать, там есть документы, связанные с именем Газиза Салиховича. Но нужно рассматривать различные варианты увековечения, и мы будем тоже думать об этом. Это было пожелание всех участников конференции. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».